соберусь с мыслями. В общем, ребята, я думаю, что многие знают, как я мечтала выступить со своей песней, как я мечтала вообще об этом. Для меня это было так важно. Я хочу в первую очередь сказать, поблагодарить, большое спасибо сказать, о боже, Киевстар за такую возможность, за то, что мы можем сейчас все вместе классно провести время, посмотреть первые серии, в принципе, за то, что вы организовали, собрали нас вместе. Спасибо. И сейчас, я не знаю, видели вы в Инстаграме, думаю, да, что моя песня называется «Кожаная куртка». Я расскажу немного предыстории, что... Вообще, еще хочу сказать огромное спасибо Маше Кондратенко, которая помогла мне в написании песни, которая помогла мне воплотить в жизнь то, что было у меня в голове, то, что было у меня на сердце. Когда мы писали эту песню, я говорила, вот хочу, чтобы были чувства и кожаная куртка. Но кожаной куртки, ну, не было в моей жизни, то есть не было. Это просто был воображаемый персонаж. И месяц назад в моей жизни появилась эта кожаная куртка, появился человек. Это кожаная куртка моего парня. И поэтому все, что в этой песне, все, что я чувствую, и, в общем, все. В общем, сейчас
А, хорошо. Помашь?